Что это ты здесь бродишь один, без присмотра? Такой симпатичный мальчуган, да? Знаешь что? Давай-ка мы назначим тебя министром. Министром чего? Ну, не знаю, там, министром финансов, например. Хотя нет, нет. Финансы – дело темное, дело интимное, они не терпят света. Вы абсолютно правы, Ваше Величество. Да. Позвольте представить нашему гостю наших подданных. А вот и мои очень любит аплодисменты. Да. Роза – самая прекрасная роза в мире змея, самая мудрая и белоснежный лис. А по поводу назначения, Ваше Величество. Да. Пусть он будет министром культуры. Министром культуры, мальчуган. У нас такие заросли дикорастущей культуры, просто джунгли, да. Куда ни плюнь, звезда или гений, куда ни кинь, кто-нибудь культовый и непревзойденный. Талант уже зарыт негде, земля просто нашпигована ими. Да. Такая плодородная почва! Да. Давно кореша продвигаем проект не спеша, контролируем телеканалы, летим гением для барыша. Кто храпит и брюкер ловит, кто ревет на зверь белуна, кто покаркает, курлычет, всяк свой голос подает. Ибо надо стать заметным и звучать как можно громче, чтобы слышал постоянно наш корниц, наш народ. Он народ всему источник и, само собой, затыча. Наш народ универсальный, оборотистый народ. Он народ не только почва, ты ко всем замкам отмычка. У него на все привычка есть замыч. И отмычки от всего есть, если вдруг добро пропало, обойдется без него ведь ничего. Когда б вы знали, из какого ссора мы лепим звезд, не ведая стыда. На наших фермах куча комбикорма и прочего, и тучные стада. Итак, встречаем первый талант. Художник, концептуалист. Ваши аплодисменты. В нашей грамотной стране пишут даже на стене. Вот и я пишу картины, черти чем и черти где. Что не важно, важно как,
как подать искусство акт. А вот другой художник, народный, встречаем, встречаем. А я совсем другой художник, последний в мире реалист. Не поколеблет мой треножник какой-то там авангардист. Я весь пропитан русским духом, благоухаю Кова-вова-вова. Я верю, третий ремень рухнет, пока дежурю над ковном. Я рурида, сорориды, ой-е! А теперь, внимание, внимание! Поэт, постмодернист со своим видением встречает. Темнело, капли на стекле слегка блестели. Душа горела, на столе лежало тело. Оно лежало и спало, как на постели. Лежало твердо и могло проспать неделю. Принесло и где носило, оно само сюда пришло или насильно. Клубился, сплался, наползал туман соблазна. Шептали тени из угла, оно согласно. Листья за окном зашелестели, я пробудился за столом, а не в постели. Светало. Я так волнуюсь, встречайте, звезда современности, гениальнейший скульптор, встречайте. Мои замыслы всегда столь грандиозны, озны, озны. Колодец Родовский просто манчуган. Во всей вселенной вряд ли хватит бронзы, бронзы, бронзы. Приходится ваять из чугуна. Я поступаю просто, щедро, скромно. В дар городу шедевр преподношу. А ночью разгружаю эшелоны и водружаю дар, где захочу. А после мэрия, конечно, обсуждает, тает, тает, принять ли дар и где установить. Но оценив затраты, понимает, мает, мает, дешевле монумент не шевелить. А сейчас волнение мое достигло своего предела. Я скажу просто. Это она. Это она, звезда телеканалов. Встречай! Дочь тусовки и богем. Я секс-символ и эмблема. Я в обойме, я в формате. На обложках, на плакатах. Я талантами богата. Мохнатый папа, я звезда, я звезда, я звезда телеканала. Я болтаю, что попало, все во мне прикольно, классно. Я несу культуру в массы, я публичная фигура. Персона креатура. Я звезда. Я звезда.
богем. Я секс-символ и эмблема. Дочь прелестно, прелестно, спасибо, спасибо, мы вам позвоним. Мальчики, за мной. Я звезда. Что за звезда? Это я не знаю, кто вы. Я звезда. Молчать! Смирно! Распоясались! А ну-ка, налево! Раз-два! Вперед шагом марш! Раз-два! Раз-два! Встать! О. Простите, Ваше Величество, это я не вам.